Всем привет, на связи Алекс, канал Easy Games. Играем Uncharted 2, Судьба воров, продолжаем. Ой, Судьба воров. Черт. Судьба Дрейка. Продолжаем, это уже финал. Не знаю, сколько мы будем играть, 5 минут, 10, 15, 20, час, полтора. Сейчас будет уже финальная битва с боссом, с Лазаревичем. Он попил смолы и сейчас станет непобедимым гадом. Невозможно. Еще как возможно, блин. Сейчас я буду долго страдать. Ну, может быть, сейчас получше, сейчас как-то более-менее на геймпаде играю, но... Черт. Ты можешь тягаться со мной? А ты уверен? Ой. Ой-ой-ой, не туда побежал. Не туда. Так, надо вспомнить. Сейчас я вспомню, куда бегать можно. Куда нельзя. Давай. Ой, блин. Ты дурак, что ли? Где ты? Ну иди сюда, скотина. Блин, не туда. О, первый раз. Думаешь, справишься со мной? Ой, блин! Так вот, бегаем кругами и стреляем по смоле. Где он? Ой, блин, рано. Попробуй, поймай. Так, второй раз. Я исполню свое предназначение. Ты дурак, тебя посадят. Ой, ой-ой-ой. Да, блин. Лови. Кого лови, дурак, что ли? Где ты? Когда же ты сдохнешь? Ух
О, блин. Ой-ой-ой. Ох ты, ё-моё. Я, блин, я за дерево. Уперся в дерево. Ты погибнешь здесь. И вот проблема в том, что все заново. Все эти его... То, что я в него попадал, это все фигня. Вот здесь, да, я, блин? Давай, здоровенный урод. Оу. Блин. Где ты? Вот это только первый раз. Думаешь, справишься со мной? Все заново, блин. Пошел в баню. Ой, блин. Да блин. Ты погибнешь здесь. Да куда ты? Он вообще снизу был, я не туда бежал. Ладно, это... И анимации, да, показал. Ну давай, здоровенный урод. Зацепило, да, вроде? Ой, а тут... Да, тут можно. Ну давай, здоровенный урод. Залазь ты на дерево. Нет! Так, первый раз. Думаешь, справишься со мной? Да, блин, уже сомневаюсь. Так, блин. Нет, тут не будем. Ой. Так, все, что-то забегал, запрыгал, надо. Так, два раза. Я исполню свое предназначение. И вот перед третьим он начинает гранатами кидаться. Вот что плохо. Лови! Причем довольно-таки метко, да? Где он? Черт возьми. Ох ты, блин, прям туда, да? Где я был? О, еще раз. Сколько раз-то тебе надо? В смысле, лови. О, блин, он прям бежит, прям сильно бежит.
Когда же ты сдохнешь? Вот хороший вопрос. Блин! Блин, давай быстрее обратно. Выздоравливай. Ой, блин, я не то нажал. Блин, он сам взорвал, скотина. Блин. Бежим. Ай-яй-яй-яй-яй. Лови! Вот, блин. Ах ты, блин. Да куда ты? Да он залазь ты. Где я? Че, у меня паника началась? Вроде как все, да? Лазаревич! Да, фу, блин, в этот раз быстрее. Первый раз, когда я в эту игру играл, ну, час, наверное, и попыток 10, наверное, с лишним. Ты считаешь меня чудовищем, но ты такой же, как я, Дрейк. Скольких ты убил, а? Скольких только сегодня? Браво, парень. Не милосердие, не пощады. Давай! Нет. Тебе не хватит духу. Мне нет. А вот им. Вот так тебе. Ох ты, ох ты. Попал он. Так, сейчас, по-моему, еще убежать надо будет отсюда. Не все так просто. Ну, кстати, у него кольцо болтается с первой части. Твою мать! Да, еще надо мало... Победить еще надо... Добежать, блин. Ой-ой-ой-ой-ой. Все, успели? Нет, успел. Как всегда, блин. Во многих играх все ломается, блин. Ой, блин. Все, а нет, не все. Я думал, все, я упал. Нет, нифига я не упал. Я еще пока бегу. Блин. Капец там. Давай. Вот так. Так, опять бежим? Нет. Скорее, надо выбираться отсюда. Идем. Давай, милая. Что же ты там делал?
мир спасал? Это... мир спасал. Я или запомнил, или... или оно само собой напрашивается, это выражение. Фраза. Так, слишком долго. Пошли. Пошли. И мы снова в Тибете, да? А где получается? Ну где-то под землей, там еще одна... Там лето. Так получается? Ну, девушка. Елена. Господи, нет. Елена, держись, прошу тебя. Слышишь, держись. Все будет хорошо. Мы почти пришли. Все будет хорошо, обещаю. Елена, не надо. Елена. Молится по-тибетски. Я за ним повторяю. Шефер Кирана Гавучигре. Дужича. Че, тибетский выучил? Это было долгое и странное путешествие. А? О, да. Знаешь, тебе надо чаще геройствовать. Тебе идет. Не. Ответь мне на один вопрос. Какой? Ты ее любишь? Хлоя, прости меня. Нет, не надо. Правда, это ничего, но сделай себе одолжение. Скажи. О, Салли. Нет. Теперь мне пора уйти. Но ты будешь скучать по моей заднице. Эй, кое-кому запрещено вставать да. с постели. Ужасная пациентка. Слишком упрямая. Да ладно, вовсе я не упрямая. Так, никакого сапфира. Говорю же, нет. И вы уверены? Да. Это был просто миф, Салли. Мифом по счетам не расплатишься. Что-нибудь подвернется. Главное верить. Вера превращает четвертак в 25 центов. Куда пошла Хлоя? Увидимся. О, нет. Ты старый развратник, Салли. Ага. Это, ты наверное, молодец, могила ты. Этого старичка. Как там его звали-то, я забыл уже. Он бы это одобрил. Да? Угу. Ну, и куда мы отправимся отсюда? Я не знаю. Опять любовь, морковь. Сообразим по обстоятельствам. Как обычно. Но, пожалуй, мне это нравится. Отлично. Скажи, по 10-бальной шкале, как сильно ты испугался, что я умру? 4. 4? А что? 4. Ну да. Да не меньше 8. 8? 8, не меньше. 8? 8 это были те твари. Ты издеваешься? Они были очень страшные. А что тогда 10? Клоуны. Клоуны хуже моей смерти? Да, не люблю клоуны. Клоуны? Не люблю клоунов. Да брось. Ты думал, я умерла? Нет. Думал, что потерял Нет. меня? Я знал, Да-да. Что вытащу Я тебя. Видела твои слезы. И слез было много. Слезы? Там ага. дождь шел. Нет, не шел. Слезы. Шел дождь. Светило яркое солнце, и ты плакал. Ты была без сознания, и шел дождь. Не ври. У меня твои слезы в пузырьке. Могу показать. Ну вот и все. Закончили мы Uncharted 2 среди воров. Следующая будет третья когда-нибудь. Которая называется Иллюзии Дрейка. Ну а с этой мы закончили игрой. Быстро получилось. С второй попытки я победил. Но, блин, когда последний удар остается боссу.
И ты знаешь, что если ты сейчас проиграешь, то опять начнешь заново. Не знаю, у меня почему-то всегда такая паника. Бегу, не вижу, куда стреляю. Во все, что движется, даже сюда вслепую стреляю. И даже не в то, что движется, а вообще хоть куда стреляешь, бежишь. В общем, от этого еще больше паника. Ну вот как-то так у меня с детства пошло, блин. Вроде в игры много играю, а как-то опыта, так, скажем так, скилла довольно-таки низкий. Поэтому я играю, в принципе, на легких уровнях всяких, с какими-нибудь поблажками. Но на этом мы заканчиваем Uncharted 2 среди воров. Продолжим в следующий раз, но уже не Uncharted. До встречи на других прохождениях. Всем пока. Заходите в гости, берегите себя и пока-пока.